Приветствую. Быстро это сниму мукбанг. У меня еще будет и скажу кое о чем. Ну что, появилось так. Может, капусту, морковку даем. Курицу уже не хочу. И картошку. Кофе, капучино и вот такие бутербродики. Здесь икра мойвы с креветкой, огурчик. Хлеб такой, как домашний, приходится резать его толсто. Невозможно потом кушать. Почему нужно переходить обязательно тонировать длину на 1,5% на оксиде? А обесцвеченный волос, он пустой волос. Когда вы каждый раз долбите по нему 6, 9, 12 по длине, вы просто занимаетесь продолжением обесцвечивания, и вы не заполняете волосы. Ну, то есть вот они были пустыми, и смывается это все быстро. Они пустыми и остаются. Единственное, что сейчас буду более темнее, и здесь я уже посмотрела, видно седые. То есть прошло 2 недели после окрашивания корней, и у меня уже выросло 0,5, да, седого волоса. Да. Просто, конечно, нечто. Маску не договорила, покажу обязательно профессиональную. И просто это дольше времени займет, чем обычно. Для блондина прямо почитаю, какую-то природную маску делать, чтобы была эффективная, волосы не окрашивала. Скорее всего, больше в состав будет входить, наверное, яйцо. Я вот так думаю, это то, что единственное не окрасит. Ну, мне, в принципе, уже можно и что-то потемнее, уже длина не буду я такой светлый красить. При том, что это последняя коробка 10 тона. Но поскольку оксид 1,5, сильно светло уже не будет, поэтому мне бояться не стоит. Но просто в школе я не снимала ни разу, когда была блондинка, какую-то маску эффективную природную сниму. Специально для девочек, кто имеет даже очень светлые волосы, чтобы они полечили весной, не